Наркополицейские предотвратили очередную попытку распространения наркотиков. Два жителя Мончегорска закупили крупную партию психотропных веществ в Санкт-Петербурге для распространения в Мурманской области. Благодаря действиям сотрудников наркоконтроля молодые люди были задержаны. В ходе досмотра автомобиля обнаружено изъято наркотическое средство гашиш массой около 500 грамм и стимулятор амфетамин массой чуть меньше килограмма. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 228 «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Также молодые люди являются устойчивыми наркопотребителями.